Здравствуйте! Сегодня до обеда может быть некоторое напряжение. Нежелание что-либо делать. Есть причина. Почти целый день Луна без курса. Поэтому активно работать сегодня не стоит. Зато вечером настроение улучшится. Появится доброжелательный настрой. Можно сходить в ресторан, пообщаться с друзьями, устроить семейный ужин. Главный совет сегодня – не усердствуйте на работе, а хорошо проведите вечер. И до встречи завтра!